Бюджет города увеличен на 787 с лишним миллионов тенге. Это произошло за счет трансфертов, поступивших из областного бюджета. Об этом стало известно сегодня на внеочередной 28-й по счету сессии городского маслихата. На прошедшей в конце августа сессии областного маслихата было решено выделить семье дополнительные трансферты. Большая часть из них, 500 миллионов тенге, будет направлена на строительство сетей водоснабжения поселков Комсомольский и Ушахтар. Ранее мы сообщали о том, что жители этих районов 10 лет живут без воды и света. Также более 200 миллионов пойдут на модернизацию релейной защиты оборудования РК-1 и ТЭЦ-1 для подключения к внешним электросетям. Порядка 32 миллионов тенге направляется на реализацию госзаказов в дошкольных учреждениях, в том числе и в микрорайоне Карагайлы. Почти 13 миллионов будет выделено для трудоустройства через частные агентства занятости в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В целом, с учетом дополнительных трансфертов, бюджет города теперь составляет 43 миллиарда 900 миллионов тенге. Также на сессии были рассмотрены вопросы о поправочных коэффициентах к ставкам земельного налога и избрании членов избирательных комиссий вместо выбывших. Что касается налогов и других обязательных платежей в бюджет, то это связано с принятием нового кодекса Республики Казахстан. Эти изменения не коснутся порядка расчета и базовой ставки, а будут внесения дополнений только относительно регистрации нескольких населенных пунктов.